Денис, приветствую тебя. Всем привет! Торговая сессия среды, мы снова обсуждаем рынки. Опять же, поскольку торговая сессия именно в преддверии ключевых фундаментальных отчетов этой недели, много статистики сегодня, очень важно, очень хорошо то, что у нас заранее есть возможность с тобой встретиться, обсудить не постфактум уже в конце недели, как что прошло, а еще до выхода всех этих отчетов. Сегодня мы ждем релиз ADP по состоянию американского рынка труда и в пятницу нон-фарм. Поэтому точно скучать не придется. Я думаю, то, что волатильность будет выше значительно средних значений и заранее, прежде чем перейти к фундаментальным или в целом к идеям, скажем так, с учетом и фундаментального технического анализа, хочу напомнить, как важно соблюдать правила риск-менеджмента. Это прям принципиальнейшие основные правила трейдинга, которые, я надеюсь, то, что многие не игнорируют, и надеюсь, то, что все не игнорируют их, если хотите эффективно заниматься трейдингом. Это прям необходимо. Так, ну что, Денис, по поводу отчетов этой недели, не такая она вялая, как прошлое, то есть есть чем поторговать, на что обратить внимание. Индекс доллара уже динамично движется, приближается к сопротивлению 105 пунктов. Опять же, сейчас участники рынка вдохновились идеей того, что американский регулятор все же может и выкинуть сюрприз, и, например, не снизить процентную ставку в июне. Хотя, если оценивать инструмент FedWatch Tool, по-прежнему больше 50%, даже сейчас одну секундочку у меня, 61% того, что ставку все-таки в июне снизит. Но мы видим то, что каждый отчет влияет на эти рыночные настроения, провоцирует мощные движения на рынке американских облигаций, облигации влияют на доллар, а доллар уже цепляет все инструменты рынка Форекса. Золото вообще отдельно взятый инструмент, сейчас фееричные движения в начале этой недели, даже уже за последние 2-3 месяца многократное обновление этих исторических максимумов, и даже текущие котировки, сейчас я перейду непосредственно к графику. Сам факт того, что золото продолжает торговаться там выше 2270 долларов за тройскую унцию, можно сказать, что актив все так же топчется на рекордных отметках. Так, ну что, давай, если есть возможность, Денис, можем сегодня затронуть как раз, ну, традиционно из валютного рынка индекс доллара, европейскую валюту, которая коррелирует с индексом доллара. Можем посмотреть на золото, которое я зацепил сейчас буквально фразой. Можем также оценить ситуацию на рынке нефти, потому что там тоже мощное ралли и серьезное движение. Если у тебя будут идеи по этим активам, будет супер. Да, Так, у меня давай всегда тогда. есть. Супер. Давай начнем тогда с меня и с индекса доллара. Так, один момент. Демонстрация должна была уже пойти, да? Да. Так, отлично. Индекс доллара 104.56. Текущие котировки на этой неделе, в начале недели. Почему доллар получил такое мощное ускорение? Ну, во-первых, на рынок вернулась ликвидность после пасхальных выходных с конца прошлой недели. И отыгрывать действительно было. Что? Потому что с прошлой недели у нас индекс расходов на личное потребление, PCE, это индекс, который влияет на показатели инфляции. Там тоже были сюрпризы, связанные с ростом этого инфляционного давления, о котором я, кстати, постоянно говорю, о том, что оно сохраняется. И в начале уже этой недели вышел индекс ISM производственного сектора США. И здесь тоже статистика, которая значительно превзошла ожидания экспертов. 47,8 был показатель 2 месяца назад, сейчас это 50,3. То есть промышленный сектор, который долгое время сдерживал, если можно так выразиться, экономический рост американской экономики, промышленный сектор тоже выбрался в зону роста, то есть оказался выше 50 пунктов, и это значит то, что он будет вносить свой позитивный вклад в дальнейшие релизы и в фактические показатели по ВВП. На своих брифингах я делал акцент на то, что чем больше сейчас мы получим сильных отчетов, тем больше будет оснований говорить о том, что инфляция останется повышенной в этом регионе. Это понимают все, это видели и руководство американского регулятора. Сегодня, кстати, выступление Пауэлла будет, и, может быть, он снова повторит то, что нам уже известно с момента его пресс-конференции по итогам заседания Федрезерва, о том, что нет абсолютно никакой спешки в вопросе снижения процентной ставки. Вроде бы как комментарий ни к чему не обязывает, но уже руководствуясь опытом, мы видим то, что
таких вбросов о том, что не стоит торопиться, выжидательная позиция, нет спешки. Рынок интерпретирует их как неуверенность самого американского регулятора. Хотя, в том числе и с тобой, мы обсуждали тот факт, что ФРС сам ничего не знает. Он остается адаптивным центральным банком, который реагирует на те условия, которые меняются и формируются. То есть ФРС действительно может еще и понятия не иметь, что он будет делать с ключевой процентной ставкой. Но у нас есть инструмент FedWatch Tool, отсылка уже к нему была. Это оценка вероятности снижения ставки. И сейчас эта вероятность составляет чуть больше 60%. Для сравнения, в конце прошлой недели было почти 68%. То есть рынок начинает сомневаться в том, что ФРС пойдет на смягчение экономической политики в июне. Я предлагаю сегодня дождаться отчетов ADP по рынку труда, оптимистичные ожидания. Потом, следом за ADP, выйдет отчет по активности в сфере услуг. И здесь тоже оптимистичные прогнозы. Рост будет с 52,6 до 52,7 по прогнозам. Если цифры совпадут с ожиданиями, мы получим еще один повод для того, чтобы американская валюта и дальше чувствовала себя уверенно и стремилась к сопротивлению 105 пунктов. В общем, цели прежние по доллару рекомендую смотреть на планку на 105 пунктов ровно. Так, что касается золота, здесь хочу провести параллель, что мы наблюдали за бычьим ралли и историческими максимумами по золоту в условиях, когда укреплялся доллар и росли доходности американских облигаций. Я всегда сравниваю динамику доллара с трежерис. И сейчас по десятилеткам доходность 4,32, по-моему, или даже чуть повыше, один момент. Буквально секундочку. 4,36% уже по облигациям. Это максимальное значение с ноября прошлого года. И в таких условиях, конечно же, выбор институциональных инвесторов должен быть обращен и сделан в пользу защитных активов, таких как американские трежерия, проверенные время. И, как правило, когда растет доходность американских облигаций, золото под давлением. Сейчас вот на графике видно то, что с азиатской сессии коррекционная динамика развивается, и котировки по золоту $2275 за тройскую унцию. Я думаю, то, что эта коррекция в конечном счете продолжится. И, наверное, главное, что хочу сказать, это тем из вас, друзья, кто будет все-таки размышлять о том, стоит ли открыть длинные позиции в расчете на выход золота на еще новые, на обновление рекордных отметок, имейте в виду то, что вероятность этого сейчас крайне низка, потому что рост золота будет ограничиваться долларом и доходностью, высокой доходностью американских облигаций. И, наверное, лучше сейчас вообще ничего не делать по золоту, а тем, кто хочет рискнуть, то здесь нужно уже искать точки для продажи, и, может быть, текущее развитие нисходящей динамики – это начало какого-то более-менее продолжительного движения вниз. Фундаментальный фон с точки зрения доллара и трежерис этому располагает. Так, что касается европейской валюты, здесь я скептик, я всегда верил в развитие именно нисходящей динамики по евро, потому что, с одной стороны, давит доллар, с другой стороны, слабые макроэкономические отчеты. Сегодня, кстати, выйдут данные по инфляции в еврозоне. Я ожидаю очередное снижение. И чем ниже будет показатель по инфляции, тем больше будет основания Европейского центрального банка опередить ФРС и раньше, чем американские регуляторы, снизить ставку. Данные, кстати, по производственной активности еврозоны Германии, которые вышли вчера, ну, прям тотальный негатив. По-моему, по Германии мы наблюдаем за снижением активности в производственном секторе уже 23 месяца подряд. И я думаю, что после такой динамики нет вопросов, почему немецкая экономика оказалась в рецессии. Это абсолютно оправданные проблемы. И пока света в этом туннеле, в конце этого туннеля не видно. Снижение, кстати, эксперты вот и аналитики Сити считают, то, что пара евро-доллар завершит третий квартал этого года ниже уровня 1.05. Я думаю, что пока можно смотреть на планку 1.06, туда евро легко может прийти. И пару слов буквально про рынок нефти. Смешанная пока такая нейтральная динамика на азиатской сессии, $89 за баррель на данный момент, но в целом хочу отметить то, что потенциал для роста сохраняется, и я жду закрепления нефти выше $90 за баррель. Все следите за новостями. Палестино-израильский конфликт. Как бы не хотелось найти компромиссы, и несмотря на переговоры, которые проходили, пока обстановка остается напряженной, и взаимные атаки
доказывает то, что этот конфликт в ближайшее время не закончится. Мы знаем то, что следствием этого конфликта является блокада Красного моря. Это риски для именно поставок углеводородов. Если детально разбираться в этой теме, на самом деле поставки не так уж и сильно страдают из-за того, что происходит в Красном море. Но инвесторы – это настолько чувствительный народ, что когда дело пахнет жареным, особенно на Ближнем Востоке, они сразу начинают покупать нефть, а что, если предложение сильно просядет. И сегодня, Денис, кстати, выйдет отчет по запасам нефти США. От Американского института нефти мы получили уже подтверждение, что запасы снизились, официальные данные могут быть такими же. Поэтому фундамент для развития восходящей динамики есть, и ждем где-то в районе 92-93 долларов за баррель уже прямо в ближайшей торговой сессии. Так, на этом у меня все. Давай слово тебе передаю. Так, хорошо. На самом деле я с тобой согласен в плане дальнейших перспектив, особенно вот по нефти, по золоту тоже мне есть что добавить, и по уровням, по остальным тоже валютам. В общем, сейчас, секунду. Так, отлично, меня должно быть уже видно. Значит, что касается вот текущих перспектив по евро, я с тобой соглашусь в том, что здесь пока еще я оцениваю на нисходящую динамику, то есть продолжение, точнее, нисходящей динамики. Здесь есть на самом деле куда падать, хотя бы даже вот с позиции того, чтобы протестировать локально внизу область поддержки в районе вот 1.07. То есть, если в целом мы сейчас вот будем оценивать, как выглядит поддержка, то у нас вот есть два технических уровня. Один вот здесь находится, второй вот здесь. Между ними, соответственно, область поддержки. Туда цена подходила, причем пунктовое, буквально пунктовое касание, отскочили вверх. Но вопрос силы и глубины отскока. Дело в том, что вот еще на прошлой неделе здесь у нас после ФРС был очень мощный возврат вниз, такое красивое точное вливание, формирование зоны продавцов, от которой очень красиво отработались, и сейчас вот динамика нисходящего движения. Дело в том, что в этой динамике у нас нету как таковых серьезных каких-то откупных объемов. Вот что меня больше всего смущает. И с позиции, например, кумулятивной дельты, вот если рассмотреть текущее движение вниз, оно у нас постоянно на растущей кумулятиве. А мы знаем о том, что при падении вниз, если у нас происходит рост кумулятивной дельты, в основном это движение подогревается у нас лимитными продажами. То есть sell-лимиты у нас проходят по аскам, значит, соответственно, здесь есть достаточно большая вероятность того, что вот это вот движение, которое началось со вчерашнего дня, то есть небольшая такая коррекция вверх, что оно оценивается именно как коррекционное. То есть, ну, понятно, я не могу там на 90% даже это утверждать, но с большей долей вероятности я его оцениваю именно как коррекцию вверх и затем на продолжение вниз. Поэтому лично у меня основной сценарий – это все-таки падение вниз вот в район приблизительно 1.07, а там дальше в процессе буду уточнять, потому что здесь на самом деле есть за что зацепиться. Значит, по опционам там есть и ниже уже заготовки, заливки, и отсюда могут сделать, ну, как минимум, хотя бы вот такой вот коррекционный отскок вверх. Вот. Но пока что именно с текущих я вот остатки продаж сопровождаю, там кусочек закрывал на прошлой неделе перед ВВП, потому что все-таки важны были данные. И, соответственно, то есть остаток пока что веду вниз. По опционам ближайшая поддержка в районе 1.0715 находится, но учитывая техническую часть, я все-таки думаю, что ниже нам попытаются провалить. Что касается фунта. Значит, по фунту ситуация абсолютно идентичная. Точно так же продавили ниже, точно так же тестировали объемы, заливали новые биды при росте. То есть это прям агрессивные рыночные продажи были. С позиции кумулятивной дельты у нас ситуация абсолютно идентичная. То есть точно так же при каждом новом спуске у нас происходит рост кумулятива вверх. Это сопровождается не более чем коррекционным движением, и поэтому при таком раскладе, то есть я думаю, они синхронно пойдут вместе с евро вниз. Здесь есть куда падать на самом деле. Единственное, только вот пока зацепиться там не сильно получается за какие-то, ну, кроме уровней особо там ничего нету. То есть где-то в районе 1.25 хотя бы, вот приблизительно туда целимся. Там на самом деле крупные хеджи есть и по этим, по опционам, и вплоть до 24 там с копейками.
Вот, поэтому пока что где-то на 1,25, и оттуда будем уже смотреть локальный такой вот откуп вверх, ну, хотя бы на тестирование вот этой области сопротивления. То есть, по большому счету, у нас ничего особо не происходит по фунту, кроме как тестирование границ. То есть, потестировали верхние границы, вот, четко видно, сделали ложный пробой, возврат вниз, затем тестирование нижних границ. Может быть, там попытаются, конечно, провалить чуток пониже, но это уже такое, скорее дело нюансов. Вот, но на всякий случай я этот момент тоже покажу, что мог немножко поглубже зайти, и затем уже после этого тестирование области крупного профильного объема, который у нас на протяжении текущего контракта набран вот в этом диапазоне, там 1.2610, 1.2640, примерно в этой части. Ну а пока что чисто вот ближайшее движение, я все-таки оцениваю его как вниз. Соответственно, по индексу доллара здесь вероятность больше все-таки на перехай. Я соглашусь с тобой где-то в район 105, а оттуда уже можно сделать коррекционный возврат вниз, то есть сделать перехай. Здесь дело в том, что есть небольшое разночтение в плане вот котировок у разных брокеров, потому что по-разному происходит склейка именно контрактов, то есть когда экспирировались, у нас же все-таки март был экспирационным месяцем, и когда в середине экспирировались у нас мартовские фьючи, то, соответственно, по-разному брокеры потом в дальнейшем склеивали индекс доллара. Вот. Но с учетом forward point, то он, в принципе, так и должен выглядеть, потому что forward у нас максимально сильный в начале проторговки нового контракта, то есть максимальная разбежность. И поэтому я считаю, что да, вот это наиболее вероятен такой расклад, что на перехай в начале, а потом уже после этого такое, ну, хоть более-менее коррекционное движение вниз, где-то вот в эту область, то есть от 105 до 104. То есть, ну, у нас ничего не движется без коррекции. Все равно вот такие вот внутренние какие-то коррекционные движения у нас, или как вот здесь, вот, они все равно происходят. Поэтому почему бы и не сделать там от 105 до 104. Тем более область сопротивления достаточно сильная у нас здесь оформлена. При этом вверху, то есть вот раз уровень, один мы уже проходим, ну, в процессе, точнее прохождения, второй находится вот здесь. И рядышком вот близлежащие еще там, ну, они больше как локальные, но все-таки есть. Вот, поэтому да. Я думаю, что через добой, и это как раз у нас очень четко коррелирует с движением вниз по фунту и по евро в том числе. Что касается золота, значит, по золоту у меня была еще с прошлой недели вот такая вот зонка в районе 2280, там 290 с копейками, вплоть до 2300. Эта зона чисто построена с помощью полуторной маржи и также опционных заливок. Но здесь я пока не сильно спешу продавать, хотя я склоняюсь к варианту, что у нас назрел уже момент для коррекции. Здесь во время новостей могут еще какие-то забросы делать, но максимум, я думаю, выше чем 2300 вряд ли цена сможет вообще как-то пройти. Поэтому я покажу просто, что с текущей зоны наиболее вероятно это коррекционное движение вниз, то есть в район приблизительно, ну, даже хотя бы 2200. То есть 2200, как по мне, наиболее здесь вероятно. Почему? Потому что у нас вот на протяжении роста, это, конечно, новый контракт, но объемы у нас здесь и в верхушке тоже заходили, были проталкивающие внизу, то есть те, которые основные, если даже они будут защищаться, то есть мы заранее не знаем, вышли эти объемы, то есть рыночные участники, которые накапливали отсюда объем, или не вышли с рынка, но мы знаем, что если цена приходит вот к таким диапазонам, то, как правило, с них делают реакцию. По опционам вверху там особо, ну, есть там заливки, но они не прям такие уж серьезные. Наиболее сильные прямо с текущих. Поэтому я думаю, что, ну, максимум это какой-то ложный заброс вверх, и потом начало все-таки такой достаточно глубокой коррекции относительно вот последнего сегмента роста. Поэтому тут, как ты говорил по поводу коррекционного движения, я полностью с тобой согласен. И это буквально прямо с текущих, потому что диапазон реально очень сильный. А вот что касается нефти, я очень ждал на самом деле коррекцию у нас с понедельника, чтобы откорректировалась вниз и зайти уже на покупки с целью в районе 90 по нефти марки VTI. Дело в том, что здесь действительно в районе вот 90 есть и технический уровень, и двойная маржа. Немножко ниже находятся у нас достаточно агрессивные опционные заливки. Единственный вопрос, а будет ли коррекция? То есть это всегда вопрос, который со звездочкой, потому что мы, к сожалению, заранее не знаем. То есть бывает, что цена может без коррекции двигаться, бывает с коррекцией формирует движение. Поэтому если даже нам какую-то коррекцию дадут, вряд ли она будет глубокая. То есть, скорее всего, к той области, от которой делали проталкивание вверх, там где-то 80
3,5 приблизительно. И потом все-таки, да, продолжение восходящей тенденции. Потому что я только буквально вот сегодня читал о том, что США отказываются пополнять свои нефтяные запасы по причине высоких цен. То есть, что сейчас достаточно высокие цены на мировые на нефть, поэтому, соответственно, им просто невыгодно. Хотя, с другой стороны, мы-то знаем, что США фактически это новая бензоколонка в мире, и поэтому, по большому счету, как бы им на эти стратегические запасы в данный момент как-то уже плевать. Это скорее больше как дань истории, пожалуй, так. Вот, ну, в общем, что есть, то есть. В общем, я согласен действительно с восходящей динамикой, продолжением восходящей динамикой по нефти. Единственное, только вот такие вот откаты вниз, ну, их никто не отменял, они в любой момент могут резко появиться, поэтому все-таки лучше это учитывать, там где-то, может, 83-50, то есть к тем объемам, которые были изначально у нас проталкивающие на этой неделе. Если поглубже, то у нас есть обалденная вот здесь вот зонка покупателей, но большие сомнения, смогут ли с текущих туда дойти. Ну, а так в целом у нас с тобой сегодня анализ достаточно хорошо коррелирует и Хорошо. по валютам, и по золоту, по сырью. Ну, короче, рынок теперь просто вот, ненавижу это слово «обязан», но очень бы хотелось, чтобы тоже наши мысли увидел и услышал. Слушай, полностью присоединяюсь к твоему комментарию, очень верное прям завершение нашего сегодняшнего эфира. Дело осталось за малым, за рынком. Вроде бы как траектории направления определены и с точки зрения техники и фундамента полностью обоснованы. Ну, надеюсь, не подведет Денис. Ну, как сказать за малым? Это наше дело малое, это попытаться интерпретировать, а вот Ну, рынок уже рассудит. тоже верно. Спасибо тебе еще раз за уделенное время, за рекомендации, сделки. Хорошего тебе тоже трейда в оставшееся время этой недели и по факту предстоящих событий. Тебе хороших трейдов, ну и, конечно же, всем нашим подписчикам, которые следят за нашим контентом. И увидимся через неделю, подведем итоги уже того, где будет доллар после нонфармов, еще одного уточняющего отчета будущих действий Федрезерва по снижению ставки. Спасибо, Денис. До скорых встреч. И тебе спасибо, и, конечно, успешного продолжения торговой недели тебе и нашим подписчикам. Спасибо, пока. Пока-пока.